Развитие села через финансовую поддержку производителей. На востоке Казахстана открывается одна из крупнейших откормочных площадок в стране. Реализуется и проект по выпуску рыбы на экспорт. Все это стало возможным благодаря льготным программам аграрной кредитной корпорации национального управляющего холдинга «Казагро». Корпорация профинансировала 298 инвестиционных проектов на общую сумму почти в 273 миллиона тенге. Агропромышленный комплекс Елимай Купекте – настоящий драйвер развития региона. Благодаря мерам господдержки в области вводится в эксплуатацию откормочная площадка на 5000 голов крупнорогатого скота. Производство предоставляет рабочие места сельчанам и помогает развиваться партнерам, хозяйствам поменьше. А их сейчас больше 300. Это региональный проект, как он у нас задумывался, для развития региона. Именно развитие малых фермерских хозяйств, чтобы им было куда сдавать свой скот. Там же тоже рабочие места открываются. Ну, чтобы содержать 100 коров, это минимум 3 рабочих места. В планах же закупать до 10 тысяч голов в год. После откорма мясо будет экспортироваться на зарубежные рынки. Стоимость проекта почти 1 миллиард тенге. Из них 600 миллионов – займ от аграрной кредитной корпорации. Главное его преимущество – ставки ниже рыночной и льготный период по выплатам. Развивается и инфраструктура вокруг сельхозтоваропроизводителей. Это возрождаются те села, появляются новые рабочие места. Так в селе Самарское активно развивается еще один проект – хозяйство по разведению ценных пород рыб. Благодаря льготному кредиту в 50 миллионов тенге небольшой цех превратился в масштабное производство. Мы приобрели, во-первых, холодильники, холодильное оборудование, чтобы замораживать рыбу. Это самый основной фактор. Мы экспортируем в Россию, в Китай, Азербайджан, Грузию. Так совместно государство и бизнес обеспечивают продуктовую безопасность, при этом развивая экспортный потенциал страны. Анна Лисенберзина, Жигер Бабаканов, Восточно-Казахстанская область, Хабар, 24.